Всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Канале о вязании не только. Зовут меня Ирина Маркелова. Мой канал называется также Ирина Маркелова. И сегодняшнее мое видео — это видео о моей посылочке, обзор этой посылочки. И эта посылочка пришла мне в рамках сотрудничества с магазином «Мой бобин». За работой этого интернет-магазина я слежу давно, и вы можете посмотреть о наличии товара, пройдя по ссылке под видео, но я обычно облегчаю себе еще одним вариантом. Это просто набираю в поисковике «Мой бобин». Выскакивает большое количество всевозможных ссылок, да, нажимаем на магазин «Бобин», и у нас здесь появляется вот такой красочный сайт. Смотрите, как не влюбиться сразу же. Видите, сколько много информации здесь появляется. И здесь вот дальше, что нового появилось в интернет-магазине. Более того, очень удобно искать то, что вы хотите. Точно так же есть поисковая строка и есть вот такое меню, где вы можете выбрать именно то, что вам интересно. Допустим, вышивание, вязание, шитье, бисер и так далее. Ну, нам интересно вязание, мы нажимаем на него. И вот вам, пожалуйста, тоже выскакивает. Это общая информация, то есть по всей пряже, да? А можно выбрать конкретно по производителям. Ну, например, возьмем Ализе, да? Вот выскочила та пряжа, которая имеется в наличии. И смотрите, к примеру, я хочу посмотреть, ну, давайте, Суперлана, Ализе, да, и смотрим. Смотрите, какие интересные характеристики, как красиво все сделано и как удобно. Здесь расписано все о пряже, видите? Здесь имеется цветовая гамма, какой нет наличия, какая есть наличие. Здесь характеристика полностью, посмотрите, какая очень хорошая. Указана цена за упаковку. Более того, здесь вот еще дополнительная информация и преимущество магазина «Бобин». Мне очень нравится, как здесь дана информация о том, что ты покупаешь. И это не только о этой пряже, а о любой, которая есть на этом сайте. Вот, допустим, другая, да, итальянская пряжа. Как я уже сказала, что цена указана за упаковку. Смотрим. То же самое. Посмотрите, какой ассортимент. Прям цвета такие. Смотришь, радуешься и хочется сразу купить. Очень подробная информация. Бывает, что зайдешь на сайт, и там такая скудная информация, что сразу хочется оттуда убежать, только по необходимости там остаешься. А здесь, конечно, все, пожалуйста, подробно и удобно. Также удобная схема оплаты, то есть вы можете оплатить как карточкой банка, так и другими системами. Также вы можете оплатить при получении. Это очень-очень удобно. Ну и я хочу сказать, что мне очень нравится этот магазин. Тут как бы комментарии излишние. И это не потому, что я с ними сотрудничаю, а потому что, даже не сотрудничая с ними, я неоднократно обращалась к ним. Вот. Поэтому я вам предлагаю воспользоваться этим
магазинам. И посмотрите, удобная схема скидок здесь есть. И, возможно, вас все это заинтересует. Даже вот смотрите, бесплатная доставка, один заказ плюс один видео, доставка 0. Так что дерзайте. Ну и сейчас я вам расскажу немножечко о посылочке. Она уже открытая, потому что там, где я в пункте, в том, котором я получала, да, нужно было вскрыть для того, чтобы мне ее выдали на руки. Не знаю, что это за новшество, или, может быть, оно было такое. Ну, вот так вот. И теперь давайте же посмотрим, что находится в этой замечательной посылочке. А здесь вот такая пряжа. Это пряжа Ангора Рам. Вот такого цвета. Вы знаете, на камеру она передается гораздо темнее, чем она есть в реале. И когда я выбирала на сайте эту пряжу, она, конечно, выглядела по-другому. Не знаю, правда или нет, но как бы поступила мне, по крайней мере, такая информация, что эту пряжу сняли с производства. И когда я гуляла по интернет-магазинам, по сайтам интернет-магазинов, я наткнулась вот на эту пряжу в магазине «Мой Бобин». И почему я гуляла? Потому что мне нужна пряжа, которую бы я поженила, как говорит Таня Кельмяшкина, с вот такой пряжей. Ну, она, конечно, в разы отличается. Сейчас я ее вытяну с пакета. Ну вот. У нее такой непонятный цвет светлого кофе с молоком. Я даже уже не помню, как на сайте назывался этот цвет. Но почему-то я подумала, что у меня будет гармонировать. А здесь получается, видите, не гармонирует. Все вы знаете, что я хочу себе связать еще один кардиган. Теплый. Теплый кардиган, кавказская пряжа. И я уже как бы покупала тоже вот такую пряжу Ангора Симли и пыталась поженить. Но она тоже немножко не подходит. Но это даже лучше смотрится, чем это. Она темнее на порядок. Но это с коричневинкой такая, тоже камера не передает цвет. А это вообще светлая. Вот. Так что я пытаюсь подобрать под кавказскую пряжу. Я хочу добавить ниточку какой-нибудь вот такой тоненькой, мягкой пряжи в кавказскую пряжу. Но пока, как видите, безрезультатно. Ну что ж, будем искать. Но хочу сказать, что эта пряжа тоже никуда не денется. Я из нее обязательно буду вязать. И тоже вязать буду в ближайшее время, потому что я очень люблю пряжу Ангора Рам. И вы, наверное, об этом знаете, да? И, конечно же, как бы такой цвет, он все равно в ходу. И что-то я с нее свяжу обязательно. И в ближайшее время вы увидите. Таких моточков у меня 5. Значит, для тех, кто не знает состав Ангоры Рам, я сейчас вам расскажу. В 100 граммах 500 метров. И это 40% мохер и 60% акрил. Цвет этот 0,33. 600 почему-то я увидела. Смотрите, на эску нужно 400 грамм, на М 500 и на Л 600. Ну, Л, наверное, это я. Спицы здесь показаны номер 4, но на четверке я ни разу не вязала. Всегда вяжу меньшим, троечкой в основном.
Мне, еще раз повторюсь, очень нравится эта пряжа. Я прям в нее влюблена. Так, это же еще не все. И я впервые буду вязать из летней пряжи вот такого цвета. Ничего тут больше нет. Нет. Это пряжа хлопок детский. Из этой пряжи я буду вязать впервые. Значит, здесь вот написано колор 03 светло-бежевый, детский хлопок пихорка. И у нас получается в 100 граммах 330 метров. Нет написанных. А вот рекомендуемые спицы пятерка. Мне кажется, что это как бы много для такой пряжи. Хотя не факт, не знаю. Нужно еще отзывы почитать, какими спицами вязали девочки. Ну нет, пятерка для нее слишком, слишком. Я думаю, что троечка, это если спицами вязать. Ну а крючком, я думаю, что крючок номер 1,5-2 сюда подходит, само то будет. Вот. Опять же, на камеру передается совершенно другой цвет. Посмотрите, на камеру вообще такой красивейший цвет. А в реале он намного светлее. Намного светлее. Но все равно очень красивый такой, знаете, темный песок. Есть светлый песок, а есть, когда его намочат, он становится темным. Вот где-то примерно такого цвета эта пряжа. Я очень-очень много читала положительных отзывов о этой пряже. И вообще я ее приобрела для того, чтобы связать из нее плед. Но килограмма на плед будет маловато. Хотя мне как бы не нужен полноценный плед. Мне нужно вообще только вот на место, где сидеть. Если вы смотрите мои влоги, да, я там озвучивала, что я хочу связать зимний и летний плед на свой новый диван. Но зимний мне подарили, и я его уже успешно использую. А летний бы я вот хотела связать. Более того, я уже нашла очень красивый узор. И как бы тоже в ближайшее время мы начнем с вами вязать. Но, возможно, я еще другого цвета подберу пряжу. Тогда мы из этой пряжи свяжем полноценное изделие. Ну, я хочу связать на себя. Потому что, конечно, такую замечательную ниточку жалко использовать на плед. Это я вот сейчас ее как бы тактильно ощущаю, да? Мне прям хочется из нее что-то связать такое для себя на лето. Прям у меня рисуется опять жилет. Что-то меня на жилеты растянуло. И здесь килограмм этой пряжи. И, конечно же, хочется на самом деле такое количество использовать на себя. Потому что, допустим, на полноценные летние изделия у меня практически пряжи нет. Особенно вот хлопка. Вот такие замечательные подарочки сделал интернет-магазин Бобин. Очень приятная хозяйка магазина, мы с ней пообщались. Очень быстро ответили, как и в первом случае. И, в общем-то, все у них оперативно и хорошо делается. И, как бы, я слышала, опять же, очень много хороших отзывов об этом интернет-магазине. И сама тоже я присоединяюсь к этим отзывам. Но жалко, конечно, что не подошла ниточка мне, моему кардигану. Ну, ничего страшного. Вы же знаете, что
я обязательно куда-то употреблю в другое место. На этом я свое видео заканчиваю. Я желаю вам всего самого наилучшего и обязательно легких петелек и самое главное здоровья. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.